Всем привет! Мы находимся с вами у пляжа Фламинго, у того места, которое я не так давно показывал вам во время шторма, где были гейзеры, как я их назвал. Здесь, как видите, ведутся восстановительные работы. Камацу стоит, цельный экскаватор. Сейчас мы с вами встретим поезд. Я предполагаю, что это либо Самара, либо Саратов. И пойдем посмотрим внизу, что там творится. Будут ли еще у нас такие гейзеры или нет. Ну, вижу, что здесь проводили какие-то работы. Такие вот большущие булыжники валяются. Их явно тут трамбуют. Видимо, площадку, которая была смыта морем, вот закидали камнями, чтобы этого не повторилось. Но не знаю, технологию всего производства. Покажу вам отель Фламинго. Еще там какой-то отель, я не знаю какой. Внутри со столовой там люди загорают, бассейны. Капитализм. Для тех, кто не любит море. Шучу, конечно. Море любят все. Ну, кому лень идти на море. Слушайте, где этот поезд? Я уже устал его ждать. Давайте посмотрим на него уже снизу. Итак, вот мы спускаемся сюда. А вот он. Встречаем поезд. Самара Адлер. Городок. И спокойная я. Песенку помните? Идемте посмотрим, что тут творится. Вот. Именно здесь все утрамбовали, засыпали вот этими вот каменюшками, сказать можно так даже. Ну, видимо, еще работа будет продолжаться, смотрите, тут еще есть над чем подумать. Вот здесь мы с вами наблюдали сильнейшие волны, красиво, а теперь можем наблюдать дно морское. Там он и пиратский корабль, и пляж Фламинго, и дельфин все вместе взятые. А здесь сейчас тихо и спокойно. И никак пельки не страшно. Видите, проводят работы, засыпают. До пути отсюда, ну, где-то метров 10, может быть, плюс-минус. Эти строения были бетонные, я имею в виду сооружения, были построены на ночь, я не знаю, в каких годах. Ну, очень давно. И служит, как говорится, верой и правдой. Видите, пещера какая-то. Ну, наверное, у всего есть срок службы. Поэтому море и подмыло себе всякие тайные пути. Давайте прогуляемся чуть-чуть вот туда, и там мы закончим этот ролик. В общем, что хочу сказать. Вот эту преграду совершенствуют. Для воды я имею в виду преграду. Привезли много камней здоровых вот таких вот. Работает техника. И все вроде хорошо. Все нормально. Все восстанавливается. Во всяком случае, поддерживается в нормальном состоянии. И это уже радует. Там он дальше аквалангисты, судя по всему, снаряжение, мужчина с трубкой сливается с местности. Но вы все равно этого не увидите. Я вот в затруднительном положении сейчас задумался, а как мне подниматься наверх по этим камням? Да опасно. Поэтому буду возвращаться. А вам говорю всем до свидания. Привет вот из Лазаревского. Имейте в виду, что пути железнодорожные укрепляются, волнорезы тоже. Вот такая вот ситуация. Так что не увидим мы больше гейзеров, судя по всему. Хотя, кто его знает. Всем пока.